Пусти! Ты еще кого-то ждешь, кроме меня, Кузьма? Сиплый! Какой? Вон тот, правый, давай. Колышев, а зачем ты номера разные повесил? Хотел всех запутать. Военный, что возьмешь? Как проехал? По дороге. Это что, армейский юмор? Флотский. Кузьма, там все в порядке? А, все в порядке. Может, проверим? Показать? Через 5 минут у вас тут все в клочья разнесется. С чего начнем? Что-то юмор у тебя сегодня совсем отмороженный. Давайте ящик грузите обратно в машину и в ангар разгружаться. И пересчитайте там все, чтоб сошлось. Кстати, опоздал. Пойдем насчет бабок разберемся, Колышев. И что, из-за этого я корячусь? Слышь, майор. Хромой конь тебе, майор. Да хоть адмирал. Я по этому бабу с твоим начальством договорился, с полковником Барановым. Вот с ним свои проблемы реши. То есть у меня у одного здесь проблемы, да? Что-то я не понял. Куда все делись-то? Эй, алло, Сиплый! А разгружать-то кто будет? О! Я и груз таскаю.
И деньги ваши через мой счет идут. Взял деньги в зубы и пошел. Да пошел ты. Слышь, Колышев, постой, ну давай договоримся. Стой! Еще несколько поставок, а? Значит так. Или ты повышаешь долю, или я из дела выхожу. Из такого дела просто так не выходит. Ты меня слышал? Хотите, как хотите. Поджог. Чистой воды поджог, бабки не ходи. Причем подпаливали минимум с 5 мест. Давайте, ребят, рукава собираемся. Потом рвануло еще здесь что-то не слабо. Вон ошметки все раскидало по округе. А с чего здесь могло рвануть? А бог его знает. Люди гвоздя ночью на двух грузовиках вывезли все, что могли. Ага. Так что теперь сложно что-либо сказать. Ясно. Ладно, Алексеич, все, давай, покидывай. Ну, будь здоров. Пока. О! Легок на помине. Сейф не находили? Сейфа не было. Гвоздь.
Смотри, вон этот здесь, Федоров. Поехали. Поехали. Ну да, мы же крутые, мы из Питера. Ну, сейчас пообщаемся, товарищ. 20.06, АК-78, прижмитесь к обочине. 20.06, АК-78, прижмитесь к обочине. Повторяю. По личным вопросам прием во вторник и четверг. Или тебя на допрос вызвали? Капитан юстиции Шевельков. Мне к начальнику. Николай Федорович, ну ты сам подумай, потерпевший он кто? Майор, действующий офицер. Кому, как не военному управлению, дело расследовать, а? Послушай, Воронов, труп найден в квартире. В квартире. На нашей территории. Колышев находился не при исполнении. Ну, сам понимаешь. Я тебе так принципиально раскрывать этот убой? У тебя что, работы не хватает? Нет, ну послушай, или у тебя раскрытие по горячим следам? Что? В чем дело? Да бог его знает. Там опера с экспертами работают. Я еще туда никого послать не успел. Ты уже... Тут как тут. Что, есть предположение, что это как-то связано с его профессиональной деятельностью? Да я сам не в курсе. Военный прокурор, как сводку увидел, стойку сделал. У Колышева был высокий уровень допуска. Носитель гостайны, сам понимаешь. Ты выйди с инициативой, а я где надо подержу. Ой, ну не знаю, не знаю. Формально повода нет, как ты не понимаешь? Да! Кто там? Товарищ полковник юстиции, капитан юстиции Шевельков прибыл для вступления в должность следователя согласно приказу о переводе. Капитан, а я что, разрешал войти? Ну, вы же сами сказали, кто. Я вам что, буду из-за двери отвечать? Кругом марш и ждать в приемной. Есть. Откуда тебе такого байкера прислали? Из Питера. Да ладно. Из Питера. Из самого Питера, что ли? Ну, да. Нашу глушь. Напортачил что-то? Да не, вроде характеристика нормальная, без перегибов. У него по выслуге следующее звание подходит. Ну, а должности подходящей не было. Вот, видно, за звездочкой приехал. Понятно. Я ведь сам, между прочим, так когда-то здесь появился и вот, как видишь, задержался. Коля, так что по поводу Колышева? Дался тебе этот труп. Тут, понимаешь, вопрос политический. Колышев
Офицер, дело чести, все такое. И военный прокурор кипишит в последнее время. А у меня с ним отношения разладились. Мне нужно их налаживать, понимаешь? Ладно, ладно. Я это дело вон новичку поручу. Начнет буксовать, ты там, на верхах. Поднимешь вопрос, я поддержу. Правда, таким образом я себя подставляю. Надеюсь, ты это понимаешь? Я, ну, за мной не заржавеет, Коля. Ну, спасибо. Давай. Давай, спасибо. На связи. Все, пока. Пойдем. Буду вводить тебя в курс дела. Значит, к нам перевелся. Сам напросился или куда послали? Попросился. А чего так? Карьера плюс личные причины. Ты где они ходят, а? Понятно, значит, все-таки за звездочкой. Бывает. Ну что, городок у нас тихий, прямо скажем. Не дикий запад, разгула преступности не наблюдается. Это тьфу-тьфу-тьфу. Правда, вот этой ночью убийство у нас приключилось. Ты убойные дела когда-нибудь расследовал? Расследовал. Ага, понятно. Ну и что, раскрыл? Да там раскрывать особо было нечего. Бытовуха, пьяная драка. Злодей сам на утро с повинной пришел, когда протрезвел. Ну вот, пожалуй, тебе я это дело и поручу. Какое дело? Ну, сейчас узнаешь. Гражданин, вы куда? Вы здесь живете? Да свежие, свежие. Только что получил. В управление позвонить хочешь? Простите, товарищ капитан. Я здесь так-то всех следователей знаю. Вы новенький? Только с конвейера. Проходите. Товарищ полковник, здесь проводится следственное мероприятие. Посторонним здесь не место. Ты где видишь посторонних? А? Прапорщик, обеспечить продвижение. Я сказал. Что здесь происходит? А ты еще кто такой? Капитан юстиции Шевельков назначен провести дознание по факту обнаружения трупа. И что? Объясните мне, кто вы? И на каком основании здесь находитесь? Капитан, ты как разговариваешь с старшим по званию? Тебе погоны не жмут? Упал, отжал! Я нахожусь при исполнении служебных обязанностей. На месте преступления представляю государственную власть и обладаю всей широтой полномочий, вне зависимости от звания. Так что я вопрос повторю. Вы кто? И на каком основании здесь находитесь? Я это уже слышал. Что дальше? Вы оперуполномочены? Так точно, капитан Федоров. Товарищ офицер, проводите посторонних. А в случае неповиновения разрешаю применить меры принуждения вплоть до табельного оружия. Прапорщик, послушай, капитан. Я полковник Баранов, командир военной части 17-138. Можете на два слова? Погибший майор Колышев был моим подчиненным. И в этой квартире могут находиться секретные документы. Я должен это проверить. У вас что, секретные документы принято домой относить? Ха. Не будь ты оловянным солдатиком, капитан. Ну, жизнь такая. Майор иногда работал с документами дома. А не могли они его вот из-за этих документов? В смысле, убить, что ли? Да. Ну, не знаю.
Ну, сейчас и проверим. Я точно знаю, какой папки не хватает в рабочем сейфе. Угу. Сейчас посмотрим. Товарищ полковник, все, что нашел. Угу. Спасибо. Ну, спасибо, капитан. Мы пошли. Подождите, дайте взглянуть. Ну, я просто должен узнать, что именно вы забираете. Да ты что? Это же секретные документы. Я представитель правоохранительных органов. Тем более, если они такие секретные, я все равно ничего не пойму. Да пожалуйста, пожалуйста. Благодарю. Это ж банковская отчетность. Что здесь секретного-то? Ну, ты же сам сказал. Ты ничего в этом не понимаешь. Ага. Ну, бумаги отдам только под опись. По приказу руководства. Прапорщик. У меня на улице вообще взвод морской пехоты. Но с вас достаточно будет одного прапорщика. Да вы что? Решитесь напасть на сотрудников правоохранительных органов при исполнении? Это ты потом будешь доказывать, кто на кого нападал. А так я выполняю свой служебный долг. И делаю это так, как считаю нужным. Честь имею. Разозлил ты морского волка. Валера. Юра. Будем знакомы. Товарищ следователь. Вы труп-то осматривать будете? Да. Угу. Гримаса судьбы. Моряк и утонул в собственной ванне. Уверены, что причина смерти утопление? Морфологических признаков, указывающих на какие-либо иные причины смерти, нет. В ходе осмотра обнаружены многочисленные гематомы, обособленная локализация в районе шеи. Видимо, держали руками. Множественные ушибы мягких тканей, лица и головы. Скорее всего, оказал сопротивление. Ну а так, вскрытие покажет. Угу. Благодарю. Ладно, работайте. Угу. Что мне знать? Может, это ты Колышева настроил, чтобы я тебе денег побольше отстегивал, а? Так это ты что думаешь, Колышев? С моей подачи, что ли, с тобой разговор затеял? И ты его грохнул, даже не посоветовавшись со мной? А что с тобой советоваться? Он мне весь склад разбомбил. И товар, между прочим, тоже увел. А у меня вот другой вариант. Мне кажется, что ты и товар весь себе забрал, и Колышева грохнул, чтоб со мной не делиться. Ты что думаешь, я совсем отморожен? Мы, между прочим, с твоих пукол и хороший навар имеем. Я людей своих кормлю. Но кинул я тебя, и что, лапу сосать? Че менты-то? Да че менты? Хорошо, что я эти банковские документы из дома Колышева забрал. Ты вообще чем думал-то? Достал он меня. Я про документы и забыл. Забыл. Короче, менты чего? Да че менты? Там новый следак появился, как его? Шевельков, кажется. И этот опер ваш, как его? Федоров, что ли? Начали тянуть. Я их на место поставил, слава богу. Федоров? Да. Ладно, займемся мы этим Федором. На связи. На связи. Кузьма! Оу! Пошли. Давай. Да, я. Следователь Шевельков. В рамках расследуемого дела имею к вам несколько вопросов.
Вам будет удобнее здесь поговорить или мне вас в отделение доставить? Ну зачем же в отделение? Я вас слышу. У вас открыт счет на имя Колышева Вадима Андреевича. Возможно. Мне нужна информация по движению на счете за последние, ну скажем, полгода. Ну, надеюсь, у вас есть соответствующее постановление суда о выемке информации? Постановление суда для этого не требуется. Ну, тогда, возможно, письменное согласие руководителя следственного органа? Нет. Нет? Закон о защите банковской информации – мой любимый закон. Я буду рад вас видеть, когда у вас будут все соответствующие документы. А уж я-то как рад повышению юридической грамотности у населения. Ну, до скорой встречи. Всего хорошего. Ольга Николаевна, вас там клиент подойти просит. Проблемы? Не знаю, я ему меню принесла, он пролистал и сказал, позовите менеджера. Я не знаю, что ему нужно, я даже сказать ничего не успела. Где он? За четвертым. Я здесь. Я менеджер, что вы хотели, какие вопросы? Девушка, доставка цветов. Юрка, Юрка! Ты что тут делаешь? Слушай, ну не все ж тебе ко мне ездить. Тем более ты намекала, что нужно с родителями познакомиться. Не передумала? Так рад тебя видеть. Чего ж ты не предупредил, что приедешь? Мне же нужно родителей подготовить. А мне еще работать до вечера. Ну, ничего, у меня тоже пока дела. А какие у тебя дела в нашем городе? Давай часиков 5 к вам приеду и расскажу. Нормально? Ты знаешь адрес. Ну, я же следовать. Совсем плохие дела. Образования не хватает. С электроникой с этой. Понапридумывали паралей. Да. Вот что. Похоже, сам я не разберусь. Да. Кто там? Шевельков, разрешите войти? Да, входи. Ну что, капитан, научился, как правильно к начальству входить? Молодец. Ну что у тебя там? Давай, докладывай. Товарищ полковник,
По делу об убийстве Колышева мне требуется некоторая информация. Вот очень санкция ваша нужна. Я запрос подготовил. Не понял. А зачем тебе движение средств на счету у Колышева? У него что, там миллионы? Вот это я и хочу проверить. А убийство, говоришь? У тебя что, есть заключение эксперта? Поквартирный обход сделан, да? Протоколы допросов, свидетели опрошены. Есть постановление о возбуждении уголовного дела? Есть у тебя все это? Есть? Да какого черта ты мне вот этот запрос в банк делаешь? Причем здесь банк, когда надо убийцу искать, если это вообще убийство? Землю рыть, а он мне бумажки подсовывает. Ты что, у себя там экономическими преступлениями занимался, да? По накатанной решил пройти? Учти! Я бездельников не терплю. Бумажки он мне подсовывает. Товарищ полковник, на квартиру Колышева зашел его начальник, полковник Баранов, и изъял документы, якобы секретные. А там банковская отчетность Колышева. Что? Ты позволил забрать документы с места преступления, а теперь задницу прикрываешь? Да я слышать ничего не хочу. Никаких банков, никаких счетов, никаких миллионов. Сначала все оформишь от и до, все версии бытовые отработаешь. Ты меня понял? Видеть тебя не желаю. Кругом марш, иди работать, сопляк. Через час приедет. А чего ж ты не предупредила? Я бы обед сварила. Ну, мама, откуда я знала? Он пришел ко мне сегодня неожиданно на работу. Знаешь, как я обалдела? Ой, доча, доча, молодо зелено. Вань, вот ты что до сих пор не переоделся? Гость в доме, а ты рыбачишь. Рыбак ты. О, иди давай. Ну, пап, папа. Ну что, метеоролог, снял показания? Что там с погодой? Ты что в майке до сих пор? Я ж тебе рубашку нагладила. Иди переодевайся быстро. А что такого? Мне что, может, еще и фраг для него с бабочкой надеть? А потом чечетку ему, что ли, станцевать? Вообще. Что за повод-то, мент какой-то? Не мент, а следователь. Да, все не одно. Ой, Ольга. Свататься будет? Не знаю. Сказал, хочет с родителями познакомиться. Ну, а для чего с родителями знакомиться? Сватаются. Ой, Ольга, Ольга, заберет он тебя в Питер из нашей дыры. У него жилье-то есть? Ну, мам. Ну, чё, мам? Ты, мать, это ты вам слушай, сейчас слушай. Любовь до цветочки. А жизнь, она штука сложная. Идем! Метеоролог! Он накаркал. Сейчас дождик будет. А ты говоришь, солнце. Ты чего мечешь-то? Собрался куда? Ага, надо еще по работе сидеть. Валер, сколько можно? Можно хотя бы один день дома нормально побыть? Слушай, не начинай. За тобой, что ли? Сиди я сама. Ты что так плохо ешь? Давай долегай на супчик. Смотри, как батя ест. Раз, два, раз, два. Давай. Тебе. На площадке ждут. Я скоро. Здорово, Федоров. Здорово. Давно не виделись. Со школы, а? Еще бы лицо тебя не видеть. Здорово, Кузьма. Тебе что надо? А? Поговорить с тобой хотел. Пойдем, что ли, на воздух? А о чем мне с тобой разговаривать? Дороги давно разошлись. М? Че ты ломаешься так, ковтелка? Пойдем, говорю. Да не бойся, не тронем тебя. Пока.
Ну, пойдем, если недолго. Ты лук-то в середку нарезала? Я все нарезала. Ну, давай. О, Коль, ну ты что грызешь-то? Ну, погоди, Дей. Ну. А чего тебе можно, а мне нельзя? Мне можно, а тебе нет. Приехал. Ой. Да уж, герой. Эх, какой он. Твой? Домой, красавец. И мотоцикл у него какой-то красный. Вань, веди сюда. Вань, проходите. Ага. Проходите. Ой. Красавец. Ой, как мы рады. Ольга столько про вас рассказывала. Думаю, когда же он приедет? Когда же ты познакомишь? Это Юра. Думали, уже не дождемся. Это мои родители. Наталья Ивановна и Николай Петрович. Ну, Юра, садись. Будем знакомиться. Извините. Да. Здорово. Слушай, новости есть. Надо бы встретиться. Валер, сейчас не могу. Ну, давай, может, чуть попозже. Через 2 часа у нас в Старом Пирсе. Нормально? Окей, знаешь, где он, да? Все, давай, до встречи. Дашь на байке прокатиться? Ездить-то умеешь? Вань, кому чё? А ты про мотоцикл. А что такого? Умею. Я на слесаре учусь, в мастерской работаю. Мы там байки чиним. У нас самая лучшая мастерская. Мать, ты ничего не забыла тут на стол? Ой, она же меня остужается. Сейчас принесу. Вы знаете, я не буду, я за рулем. То есть как это ты не будешь? Ты знакомиться пришел, и что, не будешь, что ли? В следующий раз. Это не по-русски. Когда это в следующий раз? Ты что, в Питер, что ли, сейчас опять укатишь? И жди тебя потом оттуда. А я к вам перевелся сюда, в местное управление. Так что я надолго. Не поняла. Значит, мы думали, что этого Олю к себе в Питер заберете, а это значит, вы сюда. Ну... Знаете, здесь перспектива роста карьерного лучше. Ну, а со временем, думаю, что и в Питер переберемся. А, мать, он у нас из этих, из карьеристов. Ну, это как посмотреть? А что? Ну, правильно, а почему нет-то? Коля. В ментуре, я знаю, выбор там небольшой. Ну, пап. Или народ обдирать, Коля. Или начальству в рот смотреть. Ну... Люди везде разные. Да, люди разные. И хорошие есть, и плохие. А жить-то вы где будете? Тебе жилье-то от службы дают? Знаете, жильем не компенсирует. Но найти я его, в общем, должен сам. Я на вашего местного риэлтора понадеялся одного, и не получилось. Хотел вот у вас спросить. Может, знакомые какие-то есть по этой части? Надо подумать. Подумай, подумай. О, а что думать-то? Вон у нас летняя кухня пустует. Можно там комнату оборудовать. Да. Приехал знакомиться, и вдруг, глядишь, жить остался. Ну, что особенного-то? Ну, хватит тебе. Что, деньги зря на сторону платить? Пусть живет. Вон у нас полстанции пустует. Но... Ты-то не больно зарабатываешь. Ну, метеоролог чертов. Чего ты? Я знаю, как ты в 90-е от долгов ныкался. Но... Если бы не огород, вообще ноги протянули бы. Ванькину комнату ему можно отдать. Она и лучше. И подороже. Привет. Здоров. Чё мрачно такое? Фух. Давай по порядку. Короче, первое. Ездил я на место пожара, поговорил со знакомым инспектором.
Версия такая. Поджог. Но гвоздь со склада успел все вывезти. Второе. Я проследил за гвоздем. Он за городом разговаривал с Барановым. С полковничком нашим? Да. О чем говорили, я не знаю. Я не смог близко подойти. И третье. Ко мне сегодня приезжали люди гвоздя с угрозами. Угрожали мне, моей жене и сыну. Посоветовали поискать крайних по делу Колышева. Мол, по пьяни его убили. Значит, это они. Ничего не докажем, а их только разозлим. И что? Теперь пускай все будет, как они хотят, что ли? Послушай, вот часто за жену и ребенка испугался. А ты не боишься, что они еще кого-нибудь убьют? Ну или сын, например, твой вырастет и к ним попадет. Об этом не подумал? Слушай, ты что мне морали читаешь, а? Да, я испугался. За жену и за сына. А за кого мне еще бояться? Вы тут приезжаете, уезжаете, а нам расхлебывай. У нас был уже один такой, народный мститель. Викинг, рыцарь на байке. Хотел в одиночку всю банду разгромить. В итоге его самого на тот свет отправили. Ты меня пойми правильно. Я работать не отказываюсь. Просто я не знаю, надо как-то осторожнее, что ли, понимаешь? Понимаю. Кто конкретно к тебе приезжал? Кузьма. Он что-то вроде бригадира у гвоздя. Как мне этого Кузьму найти? Тебе зачем? Да так, пообщаться хочу. Да ты не беспокойся, тебе не подставлю. Да я-то не беспокоюсь. Короче, они по вечерам на кассету суются. Там типа местного клуба стритрейсеров. Гоняются на байках, на тачках. Моя тема. Да там увидишь, у них машина такая старая, красная. BMW. Информацию принял? Поеду пообщаюсь. А ты не беспокойся. Раз угрожаю, значит бояться. Бывай. Алло, Кузьма.